Сегодня по всей России отмечают пятилетие присоединения Крыма. В Югре мероприятия, приуроченные к этой дате, начались в выходные. В Нягане прошли громкие чтения, выставки самобытных художников, фестивали народного творчества. О чем поют и какие произведения читают няганьцы, расскажет наш корреспондент. Виртуальные экскурсии по Крыму. Жители Нягани знакомятся с красотой природы, достопримечательностями, путешествуют по историческим местам. Крепости, городища, замки, Ласточкино гнездо. Большой популярностью в эти дни пользуются Булгаков, Толстой, Лермонтов, Пушкин, Чехов. Классики о Крыме. Вызывают интерес и произведения современных прозаиков. Татьяна Соломатина, Людмила Улицкая. Мы хотели, чтобы они окунулись именно вот в классику и в современную литературу, которая написана о Крыме, и предложили им почитать самим и на себе прочувствовать всю красоту нашего русского слова, да, в классических произведениях. К юбилейной дате воссоединения Крыма с Россией в Нягане проходит череда культурных мероприятий. Творческие выставки, викторины, конкурсы и фестивали. Участников, зрителей и болельщиков сотни. Интерес к Крыму растет с каждым годом. Теперь это вот наша целостная часть. Мечтаю, может быть, когда-нибудь мы с семьей отправимся в путешествие на этот полуостров и насладимся природой, богатством, историческим наследием, которое нам досталось. Открытый городской конкурс «Молодость Югры» – юбилейный, пятый по счету, ровесник историческому событию. Творческий фестиваль открывают песни «Крым вернулся домой». Участники подпевают, и отныне вовек под российской звездой будут жить наши дети. «Молодость Югры» – сегодняшний фестиваль посвящен воссоединению Республики Крым к России. Так как возвращение в свою родную гавань. Вот. И сегодня будут песни, сегодня будет со сцены звучать в честь этого. Сегодня будут слова красивые говорить и вообще много мероприятий. Нягань – фестивальный городской конкурс среди талантливых детей, молодежи, пожилых людей. В его рамках «Русь Соловьиная», «Танцевальный вихрь», «Молодость Югры». На сцене выступают коллективы Нягани, Советского, Югорского, Октябрьского. Поют о любви к Югре, многонациональной, нерушимой России. Евгения Самойлова, Татьяна Герт, Максим Куксаус, «Вести Югория», Нягань.